dvhub.ru. Вы знаете, предприятие новое для Дальнего Востока. На самом деле, мы с этой компанией давно уже знакомы. И, если уж честно говорить, одна из задач реформы, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как раз то, чтобы появились новые инвестиции, чтобы появились новые технологии, в первую очередь энергоэффективные и инновационные. И вот пример этой компании показывает, насколько можно применить это как раз в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть труба приезжает на барабане намотанная, вы можете абсолютно спокойно четырьмя рабочими размотать этот барабан и заменить полтора километра участка тепловой трубы. Потери на этой тепловой трубе составляют до 3%. dvhub.ru